Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, меня зовут Олег Лабудвин, и сегодня мы с Татьяной Лариной, хочу вам ее презентовать, показать, настроить на внимание к ней, потому что уникальный специалист. Сегодня мы проводили массажную вечеринку, таким маленьким составом обменивались массажными техниками друг для друга. То, что, как говорится, среди профессионалов-массажистов сапожник без сапог, это достаточно частое явление, да? Да. Вот, но тем не менее, что-то мы получили, показали друг друга, да? Ну, не что-то, мы получили то, что получают все клиенты, хороший массаж друг от друга. Ну, поконкретнее расскажи, да. Что ты там, может быть, почувствовала, может быть, не знаю, новое, не новое, там, какие-то нюансы. Ну, что касаемо меня, я получила очень хороший массаж с элементами мануальной терапии. Это то, как раз, это то, что необходимо включать все-таки в массаж обязательно. Но это должен быть хороший специалист. Вот Олег как раз оказался таким специалистом хорошим, который все-таки совмещает это, потому что иногда этого очень не хватает. К массажу обязательно всегда нужно проводить какие-то мероприятия еще для того, чтобы поправить позвонки, поставить их на место, вот, и снять блоки, и тем самым, естественно, улучшить проводимость и энергетическую, и физическую, то есть кровоток улучшается, и вообще общее состояние улучшается. Вот. И если специалист обладает способностью совмещать в себе эти техники, это вообще прекрасно. Я лично только за. Там мне много это чего нравится, идет, да. Такое воздействие и на мозг, и на кровеносную систему, да, на лимфосистему. Да, совершенно верно. И на жидкость даже вот эту, которая лимфа в позвоночнике, ликвор. Ликвор, да. Ну, это, да, это то, о чем ты говоришь, это моя авторская методика, разработка, чему я, кстати, и преподаю на своих тренингах, если хотите, там можете записаться, ну, увидите в комментариях. Да. И это то, с чего я начинала работать, когда я в 90-х годах пришла в массаж, я тоже самое, сразу же пошла учиться в кабинет к мануальному терапевту, тогда в 90-е это еще... Все-таки мануальная терапия, да? Ну, я просто... Работала, сидела вместе с мануальным терапевтом и училась у него, потому что я понимала, что одного массажа мало. Я просто хочу добавить, да, Татьяна Ларина уникальный специалист, она обладает очень многими техниками, и массажными, и другими телесными практиками, и в том числе специалистов в ароматерапии, в галазотерапии, да? Ну да, и я еще 10 лет работала на водной кафедре. То есть водные техники, душ Шарко, гидромассаж, да, это там, где тоже получила хороший опыт работы. Ну вот очень интересно. Соответственно, я тоже был обмазан вот этими эфирными маслами, получил кучу удовольствия, массу этих впечатлений. Массажист, ну, Татьяна хорошая, я просто всем рекомендую, естественно. И вообще рекомендую вам почаще приходить и записываться вот на наши массажные вечеринки, потому что такого обмена опытом, как вот от одного специалиста к другому специалисту, ну, наверное, вряд ли где-то можно еще получить. А массажные вечеринки у нас проходят в Москве, и, ну, прежде всего, да, ну и в других городах тоже, так что другие города тоже не спите, подключайтесь, у нас здесь в этой группе все есть, вся информация, где записаться, какие у нас есть социальные сети, группы, где подключиться, там, да, расписание уже составлено на целый год вперед, плюс туда мы еще добавляем ванные вечера, там тоже есть очень много интересных процедур, от обертывания, обмазывания до всяких там экзекуций с вениками, ну, не буду сейчас рассказывать подробно, да, просто и так, придите, увидите, все, посмотрите. Ну, что мы еще пожелаем нашим зрителям? Приходите и осваивайте новые техники, и вообще осваивайте все техники массажные. Они нужны всем людям без исключения, абсолютно. И мы сейчас приходим уже к такому выводу, что владеть массажем должен уметь каждый человек. Да. Оказать необходимую какую-то помощь ближнему своему. Для кого-то это станет профессией, для кого-то это станет хобби. Вот. И самое интересное то, что без массажа сейчас все хуже. Поэтому все загружены. Спина у всех. Людей хуже. Да. То есть без массажа просто уже никуда. И массаж становится
становится неотъемлемой частью для людей. И мы уже пришли к выводу, что владеть массажем должны практически все. Вот, и, ну, конечно, разумеется, те, кто хочет это, вот, конечно, кто-то будет продолжать ходить к специалистам, но не у всех есть такая возможность, и, а есть возможность научиться делать массаж, вот, да, и делать друг другу. Подчеркну, что это, да, это можно делать в семье, то есть такие семейные практики, да, обмен. Да, семье, там, друзьям, друг другу, пожалуйста. И не только на наших вечеринках приходят специалисты, приходят просто люди любопытные с улицы, любого приглашаем человека, да. И он может, да, ну, даже не только ради того, чтобы стать профессионалом или научиться, да, а просто получить эти уникальные практики на себе, почувствовать вот эту вот ценность, да, потому что методик очень много. У меня их там уже около 40 насчитывается, представляешь? Они многие уникальные, которые даже вот никто не делает, никто про них даже и не знает. Так что я с тобой полностью согласен с твоим мнением. Надеюсь, вы тоже с нами согласны, поэтому мы с вами не прощаемся. Ждем вас на наших массажных вечеринках. Смотрите расписание, они идут на регулярной основе, еженедельно. Так что увидимся, до новых встреч. Приходите. Пока-пока.